Ассаламу алейкум, всем привет. Короче, ребята, купил я ништячки, точнее сказать, для своей ласточки. Короче, у меня к вам такой вопрос, для чего я купил и что я с ним буду делать. Я сейчас вам наглядно покажу, посмотрите и напишите под комментарии, для чего я их купил и что я с ним буду делать. Короче, вот я купил себе вот такие вот буквы Влада. Вот, отгадайте, что я с ними буду делать. И вот такой вот скотч. Не буду я говорить, где его можно применять. Жду от вас ответа в комментарии, для чего и что я с ним буду делать. А уже на следующем видеоролике я вам покажу, для чего я вот этих купил. Ну, это, я думаю, вам сразу будет понятно. Главное вот это. Так что жду ответа в комментариях. Не забудьте подписаться. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Надеюсь, вы подпишетесь и нажмите на лайк. Но я с вами не прощаюсь. Мы увидимся на следующем видеоролике. Обязательно. И узнаете, для чего я это все купил. Тут где-то около 5 метров. Всем пока.